Новая дорога, школьная столовая, церковь и сниженные энерготарифы для бывших газифицированных домов. Такие перемены ждут Абазу уже в ближайшие месяцы. Об этом местным жителям рассказал глава Хакасии во время рабочего визита в таежный городок. Подробнее Наталья Гармашова. Это 5-километровый участок трассы Абакан-Ак-Довурак. Пролегает он через Абазу. Внимание местной общественности и властей привлекает дорогу уже 8 лет. Своей аварийностью. Вот этот поворот на въезд в город рекомендуется преодолевать осторожно. Возможен обвал полотна. Особенность этой трассы еще и в том, что находится она в собственности республики Тыва. И это лишь часть Тувинской дороги в Хакасии. Общая же ее протяженность почти 140 километров. Переговоры с соседями о начале ремонта хотя бы участка в Абазе ведутся уже давно, но пока безрезультатно. В ноябре мы проводили здесь выездное совещание совместно с тувинцами. Вот. Было принято решение такое, что они в этом году закладывают свой график производства работ, именно ремонт трубы этой, потому что у них проект уже был разработан. Но начался этот год, все решения были изменены, дорожный фонд весь ушел у них на строительство нового моста в районе Газы. Выходите на федеральный уровень, кричите на федеральную прессу, устраивайте психоз. Понятно. Ну что-то делать надо же. Ремонт только этой водопропускной трубы и моста через реку Абакан, откладывать которую уже нельзя, обойдутся в 300 с лишним миллионов рублей. Виктор Зимин намерен в ближайшее время лично обсудить вопрос с главой Тувы. В частности, речь будет идти о передаче участка трассы в ведение Хакасии. Между тем, за тенью проблем в городе намечаются и приятные перспективы. К примеру, на финишную прямую выходит строительство православного храма. Его начали возводить 10 лет назад. Деньги собирали всем миром. Для ввода в эксплуатацию предстоит еще завершить строительно-монтажную работу. У нас оценивается вместе с благоустройством 8 миллионов. И самая затратная часть – это внутреннее убранство, необходимо провести. Значит, да, иконостас там в районе 6 миллионов обойдется. А в общем убранство оценивается в 10 миллионов. Виктор Зимин пообещал тоже помочь найти источники финансирования. Спонсорские – 6 миллионов, плюс пожертвования прихожан. И в середине осени основной объем работ можно будет завершить. А через несколько минут губернатор уже встречался с жителями 12 многоэтажек, в прошлом газифицированных. Газа давно нет, а вот тариф на свет по-прежнему высокий. Какой тариф сейчас платится? За электроэнергию. Максимальный, без понижающего коэффициента. Сколько? 90 с копейками. Грубо говоря, 2 рубля, да? Да, ну, мы решение приняли. Мучить вас не буду. С 1 июля мы вам переведем вас на другой тариф. На нормальный. Частичную финансовую поддержку глава пообещал оказать и в вопросе замены внутридомовых сетей, чтобы перевести многоэтажки на безопасное электропищеприготовление. Кстати, обеды скоро будут готовиться в безопасных и современных условиях и в 49-й школе города. Здесь через несколько месяцев появится новая столовая на 200 мест. Работы уже вовсю идут. Здесь, вот в этом помещении, будет находиться обеденный зал, который будет совмещен с актовым залом. Вот здесь располагается сцена, вход на нее, все необходимое оборудование для того, чтобы проводить мероприятия. А здесь вот уже непосредственно начинается технологическая часть. Раздача цеха по обработке различных изделий, санитарные узлы. Существующая сегодня столовая – это отдельно стоящий самострой, которому больше полувека. Мест здесь всего 60, дети обедают в несколько этапов, при этом ходить сюда нужно по улице. Вход же в новое здание будет сразу из школы, то есть по всем правилам. Завершил губернатор визит в Абазу посещением набережной. Осмотрел дамбу, оценил установленные прошлым летом композиции, посвященные военнослужащим всех родов войск. Наталья Гармашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия.